Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. 11 день и 50 миллионов древесины я забираю. Забрал и пошел, как говорится, смотреть, что он мне принес Беззубик. А он тоже 10 миллионов древесины подкинул. Нет, спасибо тебе большое, как-нибудь перебьюсь. Ты, главное, лети, лети и ищи мне его. Ищи мне этого динозавра, точнее дракона. Скорожало этого. Все равно он будет нашим. Рано или поздно мы его выловим. Просто-напросто. Так, что нам здесь выпадает? Ага, дощечки. Так, нормуль. Ну, ты как сегодня, порадуешь меня или нет? Понятно, не порадует. Не порадует, сказал. Обойдешься. Дудки, фигушки тебе. Придется мне его опять отправлять на учение. Так, здесь мы с тобой забираем и отправляем. Ну, а ты... Порадуй хоть ты-то меня. Да неужели? Друзья мои, вот это я понимаю. Ветр открыл в своем репертуаре, и он чемпион, получает 91 уровень. Ёк-макарёк, он теперь приносит мне 4. 4 железа, не 2, а 4. Круто, молодец. Так, а что... Подожди, а как ему уровень поднять? Ладно, фиг с ним, пускай, потом посмотрим. Так, древоруба отправляем. Так, тебя тоже отправляем. Здесь у нас что? Сарделька, что ты мне там принесла? Порадуй папочку. Какое-то яйцо. Ну, выпадет мне, скорее всего, кажется, шестеренка. Нет, яйцо замызганное, да? Да, замызганное яйцо. Почему замызганное? Потому что этот дракончик у нас есть, и он мне не нужен. Лезвие крыл. Отпустить. Так, ты не радуйся. Ты у меня сейчас полетишь на... Да, господи, на задание. На приключение, естественно. Полетел. Барсик. Обучить ночных жутей. Пошел обучать, короче, да? Лес. Бесплатно. Ну и Грангильда. Ты-то что мне дашь? Интересный выбор, да? Два яйца и пак. Дал... Нет, нет, это все-таки яйцо. Я думал, мне пак дадут, но слишком рано я обрадовался. Принцесса Огниендов? Сколько же ты стоишь? 6 миллионов рыбы. Да, я тебя отпускаю. Лети. Принцесса Огниендов у нас есть, поэтому, ребят, мне, как говорится, дубли ни к чему. Пускай летит она у нас вот туда, в драконий край. Все они чем-то у нас будут заняты. Так, здесь я вроде бы все, да, сделал, что можно. Всех озадачил, тут надо только глянуть еще. Обмен. Так, ну здесь мы отказываемся, а вот тут тоже отказываемся. Ничего нету хорошего, к сожалению, для меня. Так, ну что, ты пойдешь у меня обучаться? Давай, лети. Лети, обучайся. Здесь у нас все получили по уровню. Красавцы. Так, подкормим. И отправим его тренироваться. Также и этого тоже. Вот они. А вот у нас та самая принцесса Огниедов, про которую я говорил. Вот она у нас есть уже. Довольно взрослая особь, 39 уровня. Так, смотрим далее. Боеволорд, блин. Да что такое, у нас опять занято святилище Валки. Кем? А, так у нас тут уже двое сидят. Уже греют свои задницы, да? Окей, лети за рыбой, короче. Так, вы что тут, партизаны, у меня отдыхаете? Вот объясни мне. Лети давай. За древесиной. Боеволорд, ты, наверное, пойдешь за рыбой у нас. Модификрылка. 66 уровень. Так, лети дальше. Прокачивайся, короче. Совсем немножко, и она у нас будет уже добывать железо тоже. Ну все, вроде бы, давай теперь этих партизанов. Принес чешую, естественно, тусклый янтарь. Мы его отправляем на поиски. Переходим к нашему следующему. Тут гнездо, опять же, янтарь тусклый. И опять его на поиски. Ну что, глянем теперь два пака. Один обычный. Душитель, кревет, шепот смерти. Капелька ресурсов. И один, естественно, рекламный. Где он тут? Вот он. Монетки Одина.
Кстати, 300 штук уже накопились с тобой. И тут у нас ужасный, точнее, крылатый ужас. Так, кревет. И опять же ресурс. Кстати, вот здесь вот давно нам уже не выпадали действительно дракончики, да, из этих обычных паков. Так, по обменке у нас один блестящий янтарь. Я так понимаю, нет смысла, да? А, есть. Даже два, три. Воу. Где-то я так успел накопить, наверное, на вчерашнем событии, да, мы с тобой заработали. Так, подожди, а что я делаю-то? Давай, наверное, здесь откроем с тобой пак. Престиголов, древоруб, шторморез и все, да? Так, следующее на открытие. И здесь нам остается забрать только лишь задание. 25 и 75 тусклого янтаря. 30 листочков. Так, получить 300 древесины и рыбы. Тогда мы получим там еще, да? По 30 листиков получается, да? По 30? Да, по 30, это 60. Ну, худо-бедно, но это приличное количество. Я вот не знаю, стоит. Давай, наверное, сделаем так с тобой. И что там, древесина, да? Так, погоди. Все, то есть я выполнил эти два задания, два условия. И еще 60 листочков нам идет в копилку. Так, прилично. Кстати, мы можем с тобой еще отправить одного нашего дракона на поиски. И если не ошибаюсь, это он... Погоди-ка. Ага, вот он уже принес мне. Обучить не могу. Пока не могу тебя, к сожалению, обучить. Лети. Это он полетел за рыбу искать нам. А нам бы надо найти еще, кто бы согласился пойти за древесину. Искать железо. Ведь такие же у нас есть вроде бы, да? Сейчас мы посмотрим. Так, тут, блин, 80 уровень. Стоп. Что-то я вот не вспомню я, есть ли. Вроде был кто-то у нас. Да, это весночес, но он у нас сейчас на тренировке. На 14, почти на 15 часов тренировки он будет там зависать. Конечно, жаль, жаль. Так, а ты кто у нас? Хвостояр, может быть, тебя... Тоже немножечко подучить. Все-таки редкий. Ну, вроде бы с драконами все разобрались, да? Пойдем теперь проходить события. Хитрый против стремительных. Так, событие длинное? Нет. Ребята, не длинное событие, на одну заходку. А что же это за яйцо такое? Редкий. Ночная жуть у меня есть, друзья мои. В ангаре, как ты видишь, аж две штуки. Одну, кстати, надо отпустить. Да? Да. Отпускаем, пускай летит. Ну что, погнали. Вперед с песней. Я только... Ох ты, тут рун 200 штук мы получим. Плюс 300 листьев. Слушай, ну это шикарно. Так, тут по две волны. Отлично, мне это нравится. Устраивает вполне. Так, дымодышащий плюс душитель, да? Ну, что-то там... Понятно, понижаешь мне атаку. Так, мы сможем его? Да, вполне. Нахлобучили. Ну ты что там кряхтишь? Поехали, раз. Супер укус, два. Хилиться, я думаю, не стоит пока. Просто понижение защиты сделаем. А дальше просто добьем. Да и все. Вот, даже барсик, наверное, сможет добить своей, как говорится, пониженной атакой. Ну, естественно, последняя волна. И здесь, ну, наверное, за престиголову возьмемся в первую очередь. Так, может кинуться нам еще как раз. Допустим. Ага, фаерболами бомбежная. Но я, в принципе, почему-то не удивлен. Я ожидал такой подвох. Этот там что-то пыхтит, пыхтит, и ничего у него не получается сделать против нас. Так, укус и... А, добивка не получится. Сейчас мы добьем. Сходит он. А теперь мы. Ну что, все довольно легко и просто. Но это пока, не знаю, что там дальше будет. Крутим колесо и смотрим, что нам здесь достается. Рыба. 35 миллионов. Допустим. Так, и забираем с тобой 50 рун.
С превеликим удовольствием. Руны — это всегда хорошо. Так, ну что, у нас очередной бой за 150 рун. Давай. Так, тут у нас кревет драгур. Плюс дымодышащий, да? Окей. Выпендривается. Ну, начнем, естественно, с этого. Да, я вижу, что там пониженная атака идет по нему. Но его желательно... Ага, промахнулся. Его желательно в первую очередь уничтожить. Тем более он электрический, как мы уже поняли. В раскаточку его. Хорошо, что он промахнулся, а? Сейчас бы опять понижение брони было бы и... Как обычно. Как там? Как оно говорится? Разнос полетов, разлет полетов. Разнос, да, по-моему? Полетов, говорится так. Уже просто заговариваюсь начал. Так, хорош. Их тут два хламона. Ничего себе. Один другого прикрывает. А давай-ка хильнемся тогда уже с тобой. И доб... А, не добьем. Почему? Потому что пониженная атака. Только лишь поэтому. Сейчас. Сейчас что-нибудь с собой придумаем. Так, этого нафиг. Неплохо так бомбанули. Я думаю, добьем. Да. Ну что, друзья, крутим барабан. Смотрим, что нам выпадет. И это древесина, 100 миллионов. Допустим. И забираем с тобой 150 рун. Итак, почти 900 рун. Я все никак не могу накопить 3000 рун для того, чтобы купить ворчуна. Все время какие-то камни у нас с тобой подводные, которые мне просто мешают это сделать. Так, ну что, шепот смерти. Я думаю, начнем с него. Крылатый ужас пока подождет. Я не думаю, что он такой имбовый, что стоит на него обращать внимание. Ну да, понижает нам атаку, но это ничего страшного. Он сам зато по себе ватный очень. Так, поехали. Хильнемся, наверное, да? За его счет. Что, обычная атака? И добивка. Переходим дальше. Ух ты, тут и Хофер. Тут и крылатый ужас, да? Угу. Ладно. Да хорош уже. Начинай тут, тут друг за другом. Добьешь? Кританит, есть. С критовки сразу снес его. Ну что ты, душитель, а? Блин, надо будет, наверное, нам хильнуться еще. Что-то как-то не особо тут хорошо все идет у нас. Хильнулись, куснули. Ну, этому сразу крышка на следующем ходу. Чтобы он тут уже не делал, их все равно уже не спасет ничего. Девочка. Плюс понижение. И не добили, да? Не добили. Ладно, пускай еще немножко повыпендривается перед смертью. И теперь ему крышечка. Крутим и смотрим, что нам здесь выпадет. По-моему, опять рыба. 50 миллионов. Окей, но самое-то главное, что мы с тобой забираем, что? 300 листьев, правильно? 300 листьев. Я не знаю, стоит ли нам дальше продолжать, потому что жуть у нас как бы есть. Ну давай, давай фиг с ним, пройдем это событие полностью. Заберем эту ночную жуть. Так, опять, да? Опять 25, опять та же самая команда, только не хватает Хофера здесь. Крылатый ужас. Ага. Так, эти душители уже. Это титаны, душители. Тихо. Хотя бы одного шваркнули. Нам уже легче будет дышать. Поехали. Так, что он сейчас будет? Все-таки хотят, да? Они не хотят. Нет, не получится. Хиляемся. Они хотят мне кривоклыка уничтожить, но я думаю, что у них ничего не получится. Или же получится. Все здесь зависит от того, что это сейчас делает. Получилось. Получилось. Давайте попробуем выжить в меньшинстве. Потому что вторая волна будет. Там не мини-боссик же, нет? Нет, по-моему, не мини-боссик. Так что должны, в принципе, разрулить. Нет, мини-босс, ребята. Так, ладно, хильнуться, если что, мы успеем. Успеем. Блин, ну то, что понижена атака у нас, конечно, это нехорошо.
Сделаем, наверное, так. Я думаю, что еще те... Или так сделать все-таки. Давай бомбанем, фиг с ним. То, что пониженная атака, да, это, конечно, не видишь, что творят. Понижает. Понижает нам с тобой атаку, причем по полной программе. И нам приходится с тобой очень долго. Ай-яй-яй. Если сейчас уберут у меня шторморезы, это будет очень печально. Шторморезы, конечно, не убрали, но мне придется, наверное, сделать вот так. Пришлось потратить грушу. Ну, мы же не виноваты, что у нас кривоклык так быстро просто сдулся. Мы же этого тоже не хотели. Так просто получилось. Вот снесли его. Я сомневался. Думал, снесут, не снесут. Может быть, думал, куда-нибудь там в другую сторону ударят. Но, видишь, все-таки его прожали. Поэтому нам пришлось в меньшинстве. И из-за этого потратили плод. Крутим. И смотрим, что нам здесь. 5 рыба. 125 миллионов. Вот так вот. Ну что, мы идем с тобой к боссу. Вот здесь главное не обделаться, чтобы все было четенько. И тогда будет нам счастье. Так, я вижу шепот смерти, да? Блин, этот еще здесь. Громорог, в принципе, пока не опасен, надеюсь. Начнем с шепота. Начнем все фокусы именно с него. Ого. Они очень хорошо начали, люто главное. Кусанем. Так, опять они сейчас втроем. Ёк-макарёк, втроем выходить. Ты-то что сейчас? Только хорош. Ты смотри, что вытворяет, а? Ты глянь-ка на них. Наверное, надо сделать вот так. Блин, там еще босс же впереди. Ну что ты тут хрюкало смотришь? Вот, видишь, промахнулся, это хорошо. А ты, Громорог? Отлично. Так, ну что, добиваем. И Громорога тоже с тобой пускаем в расход. Все, успокойся. Раз, хиляться нужно нам? Нет, давай, наверное. Давай просто добьем. Так, а вот здесь... Это последняя волна. Они втроем ходят, да? Жучары. Смотри, здесь понизили атаку. Сюда. А ты что? Понятно. Значит, Хофер у нас тут типа за главного. Да? Это главный типа по боссам у нас. Ладушки. Давай только не будем... Неужели мы сейчас потеряем, блин? Вот чмошники, а, ребята. Ну ты сам видел, что они сотворили здесь. То, что я как раз и предполагал. Все втроем начали атаковать Кривоклыка, как и в той битве под Полтавой, что у нас с тобой была. Один в один. Ну что, теперь будем заниматься вплотную Хофером. Естественно, понижать ему броню и атаковать пуще прежнего. Мстить, как говорится, за нашего маленького Кривоклыка, который свою жизнь отдал для того, чтобы мы здесь победили. Теперь главное тут не обделаться. Так, ну что, половину здоровья мы у него отняли. Окей. У него энергия очень медленно копится. Я думаю, что он не успеет здесь ничего сделать, ни каким-либо суперударом воспользоваться, а мы его уничтожим. Все, зашибись. Ну что, крутим, забираем награды. И это 125 миллионов древесины. Ну и, как говорится, яйцо для ночной жути. Забираем. Забираем, открываем. Ну и, в принципе, можно, наверное, отпустить сразу же. Так, я, наверное, предлагаю сходить еще на арену, так как у нас на арене с тобой нету паков. Ну, давай до первого пака вождя сыграем. И, в принципе, будет норм, как я считаю. Да? Так, древоруб, душитель. Угу. И змеевик.
сразу же на автомате начинаю его там бомбить. Прихвостня. Даже не спрашиваю, почему именно его. Я уже думаю, за столько серий ты понимаешь, чем он опасен для нас. Твою налево, а. Впечатывает. Ты посмотри, как он впечатывает. Я, по-моему, его потеряю. Они ведь его распишут. Супостаты. Ну, точно не пожалели. Ну, все, тогда мы... Есть, молодец, молодец, красавчик. Распылил его. Так, сейчас будет бобо. Очень было больно. Но не расслабляемся. У него слишком быстро как-то купится энергия. Тебе не кажется? О, давай-ка без вот этих своих выкрутасов, парнишка. Он еще усиливает себе атаку. Давай-ка без этих вот фокусов своих. Шикарно. А здесь у нас ничего себе. Два громорога плюс колотряс. Вот те новости. Ну, я так думаю, что мы начнем, наверное, со Скалотряса. Просто выбираем такого дракона, который больше всего наносит дамага по нам. И, естественно, его в первую очередь начинаем уничтожать. У него двойной укус, плюс не забывай суператака. Это когда он сворачивается в шипастый такой шар и бомбит. Плюс он еще и при этом станет. А этот бафер вшивенький. Да вот дудки тебе. Но эти сейчас тоже, конечно, они хоть сами по себе не очень такие сильные, но под бафом, сам понимаешь, да? Под бафом они могут нам сделать неприятности. Так, отхилечек у нас небольшой такой произошел. Вот этот громорог самый слабый считается из всех, как по мне. Этот еще может чем-то там плеваться. Ну, помимо того, что еще атакует. А вот этот вот, по-моему, ничего не умеет делать, просто атакует в лоб. Так, мы его... Давай, наверное, вот так вот добьем. И этот еще щиты на себе вешает. То есть как бы дополнительную защиту делает. Может отхиляться. Может промахнуться, как сейчас. Так, а, надо было не это сделать. Надо было, ладно, фиг с ним. Надо было просто понижение ему сделать. Броню опустить. Типа вот так вот. И потом добить. Вот, видишь, он щиты на себя ставит. Думает, что это ему как-то поможет. Естественно, не поможет. Все, победа. А здесь у нас, нифига себе, два престиголовых плюс шипохвост. Ох ты, сразу же такой, без разговоров. Так, подожди, наверное... Я не помню, вот этот, по-моему, злее всех, да? Фаербольчик фигов. Могу, конечно, ошибиться. Барсик это Барсик. Барсика мы знаем, что он делает. Он просто делает двойную атаку, и все. А вот это... Да, вот, это он. Это он, ребята. Блин, я офигею, как он... Три энергии ему достаточно для того, чтобы просто сделать из нас жаркое. Блин, мне нужно срочно что сделать? Хильнуться. Вот что мне срочно нужно сделать. Допустим. Так, что-то долгая какая-то у нас пробивка здесь идет. Мне кажется, сейчас... А нет, выживем. Выживем. Сделаем вот так. Ушатает же, да, наверное? Ах ты, гаденыш, он сделал отравление. Допустим, я сделаю вот так. Плюс вот так. Даже не думай. Получи. Думал, подобьет меня. Ну вот, друзья мои, в этих боях мы с вами получили обычный пак и один редкий пак, плюс пак вождя. Громобой, древоруб, кревет, парящий прихвостень, водорез и кривоклык. У кривоклыка уже 93 карточки из 120. Хороший темп у него идет. Так что скоро мы его прокачаем. Плюс забираем с тобой 10 рун здесь. Примите участие в заданиях обороны Олуха 2 раза. Блин, если бы мы с тобой сделали бы это, мы бы уже получили бы пак в обороне Олуха, да? Так, подожди секунду. Подожди, а где у нас оборона Олуха-то идет? Так вот же, по-моему, да? Так, это надо вот сюда заходить. Нет, не сюда. Я уже забыл, где это все у нас происходит. Вот здесь. Оборона.
А тут еще загрузка, еще. Фиг знает, с каких времен. Ну, начать. На задание. Тут уже даже, ребята, не важно. Не важно, кто чего и что. Тут главное просто победить. Все. Даже не то, что победить, по-моему, просто принять участие. Два раза, да? Защитите, говорит Олух. Так, сюда и сюда. Да. Что-то как-то не очень хорошо у нас получается. Не хватает, говорит, энергии. Так понятно, дело куда-то. Ветрокрылы уже подбили. Да, без... Как его звать-то? Без зубика здесь практически ничего делать. Согласись. Да, очень-очень легко нас тут завалили. Но нам нужно именно поучаствовать, насколько я понимаю, а не победить. Сейчас я просто гляну, что у нас там. Будет оно отмечено как 1-0 или как там 2-1. Сейчас, так, задание, да? Ой, не то. Сейчас я посмотрю. Да, это засчиталось. Так, а я еще могу сразу же принять? Или мне нужно там ждать какое-то определенное количество времени? Так, ускорить. А если я вот, например, просто вот так вот, хоп, и к бою? То есть это я сейчас что делаю? Убираю их, да? К бою. Вы хотите ускорить это? А, осталось один день, 22 часа ждать. То есть, ну ты понимаешь, да? Не получится сразу, ребят. Так что про пак тут можно забыть. Ну и ладушки. Давайте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.